хорошие ребята есть. Видно, что играют в хоккей, что там я знаю, что у вас есть детские тренеры. И опять же, без комплиментов, мне понравился губернатор. Вот, человек настроен на результат, он знает результат, проигрывали. Три шайбы он собрал команду, передернул, результат появился. Чтоб так и в жизни было у вас, чтобы многое получалось. И спасибо Юрию Леонидовичу за то, что пригласил. Вот мне иногда кажется, что он не в Красноярске родился, а здесь. Потому что у него такое отношение с мальчишками, которые мы видели сегодня, корабелы были, как он разговаривает с ними, как общается. Они его знают и уважают. Так что вам огромное спасибо.